Для внутренней отделки шкатулки я подготовила ткань. Подобрала, чтобы подходила по цвету к шкатулке. Но сначала нужно сделать выкройку. Выкройку буду делать на офисной бумаге. Ну, как делаю выкройку? Измеряю высоту шкатулочки. И низа, и вверху, и вырезаю полосочки. Вот вырезала две. Одна для нижней части шкатулки, вторая для верхней. Вот вкладываю. Офисная бумага хорошо ложится. И немножко намечаю, чтобы у меня было внутри ровно. Выняла и отрезаю. Сейчас еще раз померяю. Вот у меня получилось. Сейчас нужно сделать мне выкройку для донышка. Мне нужно две такие. Я одну сделала, и сейчас сделаю еще одну. Беру скотч. Он получается, внутренняя сторона одинаковая. Одна и та же марка, одна скотч. Вырезаю круг. Кружок вырезала и вставляю. Так подходит. Ничего больше не надо вырезать. Нашла изнаночную сторону и буду вяжать выкройку свою. Немножечко отступить и здесь, и здесь. Так. Чтобы было что завернуть. С этой стороны мелом прочерчиваю. И вырезаю. Хорошо промазываю. Так. Клею на изнаночную сторону, чтобы не на лицевую. Аккуратненько. Нужно ткань проклеиваю.
Им приклеим. Клеем карандашом хорошо приклеивается ткань к бумаге. Так, немножечко у меня. Так, промазываем. Хорошо. Буду подрезать уголочки. С этой стороны что-то у меня больше получилось ткани. Немножко пришу, чтобы лишнего не было. Теперь же также боковинки проклеиваю, клеем, промазываю и приклеиваю. Вообще внутренности шкатулки можно делать по-разному, поэтому в следующий раз покажу другие способы. Для донышка у меня будет использоваться вот такая вот подложечка. Не знаю, я не помню, из чего она. Что-то покупали, внутри было упаковано. Я вот оставила. Не нравится вот такие подложки делать в шкатулку. Я приклею. Прежде чем вырезать, я приклеиваю. И вырезаю по кругу. Здесь можно чуть-чуть срезать даже, чтобы вошла. Но сейчас все равно померяю, прежде чем тканью оклеивать. Нужно померить. Подложка где-то 5 мм или 4 мм. Даже так на глаз не определю. Все входит хорошо. Теперь вот вырезала кусочек, квадрат с ткани. Клеить буду вот этой бумага сверху, подложка снизу. Намазываю подложку. Хорошо промазать. Клей у меня очень хороший, липкий. И прикладываю. Вот, приклеиваю. Будет у нас мягкая подложечка. Ткань натягивать хорошо надо. Можно оставить полый так. Ну,
я предпочитаю аккуратность в работе. И теперь вот немножечко прорезаю так же, чтобы было легче приклеивать. Прорезаю. Ткань, только ткань. Буду наклеить карандаш. Хорошо промазала и приклеила. Так натягивать надо. Тут немножечко натягивать надо. Он будет ложиться так. Укладываем эти все. Ровненько стараемся, чтобы получился круг. Клей-карандаш не оставляет пятен на ткани. Вот. Но не вся ткань приклеивается на клей-карандаш. Хлопок хорошо приклеивается. Тонкие ткани хорошо приклеиваются. Теперь эти части буду клеить к шкатулке, наклеить там. Я всегда работаю со шпажкой. Так удобнее. По кругу наношу клей. Он не сразу подсыхает. Поэтому удобно им клеить. По кругу хорошо распределяю клей. И буду приклеивать. Так, шкатулка, смотрим, открывается вот так. Значит, шов будем вот здесь приклеивать. Будем делать стык, стык. Конечно, может, немножечко и будет выступать, но это ничего страшного. Главное, чтобы аккуратненько было. Его практически не видно, этого шва. Потому что все-таки это не дерево. Так, не запускаем. Вот приклеила, все хорошо, боковинки нужно тщательно прижимать, чтобы нигде не отходила наша
подложка. Так, теперь буду приклеивать донышко. Донышко тоже клею. Наклеить там я просто вот, на донышко немножко размазываю. Ложу фонарь. Аналогично нужно теперь сделать и верх шкатулки. Также наклей карандаш сначала ткань, а потом наклеить там. Ну вот, я закончила. Внутренности шкатулочки выглядит внутри вот так. В середину приклеила бабочку. Остался последний штрих. Это кисточка. Подобрала кисточку. Просто одеваю. Шкатулочка готова.